миллионеров и убежит. Соски смотрят вниз, значит, пора резать сиси. Это этот, что ли, блядь, как его? Этот Снич, который рэпер-то, блядь. Мексиканец, блядь, как его? Не Айсик, блядь, 69-й. Вселенная видит нас, скучает моих близких. Брат, мы въебали твоего барыгу. Где твоя халба, ёбнув твоего типа, не увидел нихуя. Ну я не могу серьезно слушать вот такого чувака. Блять, у него веки нахуй больше, чем... Ёб твою мать. Нет, ладно, я тоже не обладатель самых больших глаз на свете. Я просто ещё сонный. Ну я не могу серьезно слушать, что это, блядь, сын Вити АК-47, блядь. Ты стала, я смеялся на его слезах. Какой из тебя брат, какой из тебя брат? Какой из тебя брат, парень реально дьявол. Помнишь, кого он убрал? Запахло рыбы с мемом, твоя жена где-то рядом. И я сделал ее собакой, забыл сумку от брата. И название брат. Пока вы сидели дома. Не знаю, я бы на его месте сначала, блядь, ну там, 20-летие бы отпраздновал, через годика три, а потом уже, блядь, записывался клипы, ну пусть писал бы песни просто. Не, ну хуй знает, родной, это прям... Не, сведено, вот это все продакшн, прикольный, ну круто сделано, прям профессионально, ну, блядь, я бы, будучи таким пиздюком, бы, блядь, хуй знает. Не серьезно смотрится, ему с такой внешкой надо какой-то, ну, что-то лайтовенькое такое, прикольное, молодежное такое, знаете, кочевое там, с прямой бочкой, а не вот этой вот хуйней. Слишком жесткий рэп.